Мне понравился один молодой человек. Мы стали встречаться, но он часто говорил, что он не может и переносил встречи. Когда я рассказала об этом моим друзьям, они сказали: «Да он просто водит тебя за нос». Я знаю глагол «водить». Я изучала его на курсе русского языка. Можно водить за руку. А разве можно водить за нос? Водить за нос. Обманывать, вводить в заблуждение, обещать и не выполнять обещанного. Когда кто-то долго не говорит правду или пытается обмануть, о такой ситуации мы говорим «водить за нос». Эта фраза используется с древних времен и происходит, скорее всего, от способа управлять животными, например, быками или верблюдами. Когда животным вставляют в нос кольцо, они становятся послушными и идут за своим хозяином. На моем родном языке эта фраза бы звучала так: «Гомо чами и буанталани».